Трио из 2017 года. Сегодня у нас в выпуске KITT, Dodge Charger и Warhawk. Приветствую вас, парни и девчонки, с вами Алексей Чернышов. И сегодня я хочу рассказать вам о трех моделях Hot Wheels 2017 года. Да, эти модели мне попались случайно в Питере, и куплены они, кстати, весьма давно, еще в октябре. И сразу к делу, начнем мы с Доджа, который нам встречается в седьмой части Форсажа. Что примечательно, эта модель является новинкой 2017 года и в таком виде ранее не появлялась в линейке Hot Wheels. С историей закончили, переходим к самой модели. Из особенностей этой машинки, кроме, конечно же, завышенного клиренса, стоит отметить кенгурятник спереди, пара запасных колес сзади и прямоугольное отверстие в крыше. Через этот люк, кстати, можно разглядеть салон авто, который выполнен весьма сносно. Из приятных мелочей я бы отметил еще замки на капоте и прочие декали на модели. А также красную окантовку на колесах. В этот раз она подобрана замечательно. В целом, крайне неплохая модель, как мне кажется, получилась. Далее предлагаю поговорить еще об одной киноактрисе, которая нам встречается в фильме «Рыцарь дорог». KITT или просто Pontiac Trans Am. И немного исторической справки. Данная модель дебютировала в линейке Hot Wheels в 2012 году. В качестве дизайнера выступил Брэндон Ветовски, автор же реального авто Глен Ларсон. Все в том же 2012 году модель была представлена в трех вариантах. Базовая модель практически такая же, как у нас сегодня на обзоре, разве что катки другие. И два эксклюзива, выпущенные специально для Сан-Диеговского Комик-Кона, которые, по сути, были практически одинаковыми. Затем 2013 год приносит еще пару моделей, но уже в рамках линейки Retro Entertainment. И только спустя 4 года мы получаем новую модель. Ну как новую? Ту же, что была в 2002, только на других катках. И несколько слов о модели. Из приятных мелочей я бы отметил красный сканер спереди, название фильма на заднем номерном знаке и салон. Да, пускай там не все качественно сделано, но то, что над ним поработали, это похвально. Даже приборную панель прорисовали и руль, который больше похож на штурвал, тоже сделали. Ну прям 5 баллов за салон. Молодцы, ребята. Как по мне, модель вышла знатная и крайне узнаваемая. А третьей моделью, о которой мы сегодня поговорим, будет Вепрь из игры Halo. И впервые эта модель появляется в линейке Hot Wheels в 2017 году. И что-то мне подсказывает, что она не в последний раз тут, ибо вариаций Вархогов немало, да и на резину этого Вепря, скорее всего, тоже поставят специально для какого-нибудь там Комик-Кона. Теперь по самой модели. И первое, за что хочется поругать дизайнеров, это салон. Весьма пустой и крайне плоский. А вот корпус отнюдь изобилует деталями, что определенно радует. Также к положительным моментам я бы отнес декали с аббревиатурами ККОН и логотипом космического командования Объединенных Наций. В общем и целом, Warhawk получился вполне сносным, но недостаточно хорошим для столь культового транспорта. Я понимаю, что умельцы наверняка доведут модель до идеала, а пока троечка из пяти. Да, кстати, все модели имеют пластиковое дно и металлический корпус. А это все, что я хотел вам рассказать об этих моделях. Надеюсь, обзор был вам полезен. Если да, не забывайте про лайки. Пишите, кстати, в комментариях, какая из моделей вам больше всего понравилась. И, конечно же, не забывайте подписываться на канал. Всего вам доброго, друзья. Пока-пока-пока.